На протяжении нескольких лет в Славянске на Кубани устанавливали ледовый каток. Местом его дислокации была театральная площадь «Северный парк». И каждый раз этот спортивный объект пользовался спросом. В этом году руководством района было принято решение возобновить традицию ледовых катаний. Потому на территории городского стадиона имени Бурлака уже сейчас ведутся работы по оборудованию ледовой арены. За последние несколько лет городской стадион преобразился. Новые объекты значительно расширили количество видов спорта, которыми можно здесь заниматься. Минувшим летом на стадионе установили площадку для большого тенниса, которая этой зимой временно превратится в ледовый каток. С инициативой выступили мы, те, кто занимается спортом, и те, кто за здоровый образ жизни. А, конечно, поддержал нашу инициативу Роман Иванович Синеговский. И не только поддержал, сколько так и здесь для того, чтобы это все сделать, это понадобилась рабочая сила. А чтобы приобрести, допустим, сегодня необходимый инвентарь, кое-что благоустроить, это, конечно, требовало выделения каких-то денежных средств. На это пошел глава, согласился, что нужно организовывать досуг, нужно организовывать здоровый образ жизни. А так как мы имеем уже опыт работы этих катков, ну, здесь немножко... Каток у нас своеобразный, это простая как бы дворовая коробка хоккейная. Она зависит только, лед будет, если будет мороз, у нас нет ни компрессора, у нас ничего. Но в дальнейшем мы, думаю, и этот вопрос будем рассматривать, если он спросом будет пользоваться, будет много детей. По задумке организаторов, ежедневно с 10 утра до 5 часов вечера на катке будут организованы часы бесплатного катания для детей и молодежи. Желающим будут выдаваться коньки, а за катанием будут следить инструкторы. С 5 вечера рассекать лед здесь смогут все желающие, взяв коньки на прокат или придя со своими. Кроме того, в планах проведения хоккейных соревнований среди славянских спортсменов и любителей. Многие говорят: Александр Николаевич, пустая затея, лед станет на реке, в озере. Нет, если будет 5-7 мороз, на озеро никто не пойдет, и на речку никто не пойдет, потому что это опасно. А здесь лед, его толщина 5 сантиметров, треснет, он никто никуда не провалится. Ну, тут мы не можем, тут безопасность, конечно. И плюс инструктора, которые ребятам будут подсказывать, будут учить. Я думаю, что и есть место, куда можно зайти, согреться, выпить чай горячий. Я считаю, это нормальный опыт, мы уже имеем, скажем так. Я думаю, что все у нас получится. Подготовкой площадки и ее заливкой занимается инструктор-методист Центра спортивной подготовки «Олимпиец» Лев Орлов, который совсем недавно переехал в Славянск из Нефтеюганска, где тренировал хоккейную сборную и имеет большой опыт в подготовке ледовых арен. Сейчас идет процесс монтажа чаши катка. Благодаря ровному покрытию теннисной площадки чашу можно сделать из обычной пленки, которую потом начнут постепенно заливать водой. Когда уже наморозим лед, то для того, чтобы... У нас же нет здесь машины заливочной, а есть метод вот этот распыления. Мы быстренько распылили, все, лед готов. Проблема одна – погода. Боженька даст погоду, значит, мы лед сделаем быстро. Пропускная способность катка будет составлять 30 человек в час. Уже сейчас идет процесс закупки 100 пар коньков полного размерного ряда, чтобы катание стало доступно каждому.